замешиваем мы смесь вот таким вот миксером. Всем привет! Кладем дом на цветную кладочную смесь, вот такую, в мешках по 50 килограмм. Так, замешиваем ее миксером. По цвету она у нас белая. Вот при замешивании такая получается молочный цвет, не совсем белый, но когда высохнет, должна быть побелеть вроде бы, вот как на ведре, как побелка. Вот в рабочем состоянии цвет у нее такой. Пробовали замешивать мешалкой, но смесь не работает полностью. То есть она не такая пластичная, а миксером она насыщается кислородом. Взбиваешь миксером, потом ждешь 3-5 минут, чтобы растворились химические вещества, специальные добавки в этой смеси. Перемешиваешь второй раз, и затем можно использовать смесь. Работает она в течение 2 часов. Оживлять ее можно также миксером, но не рекомендуется добавлять опять воду. То есть просто оживлять миксером и работать. Вот так эта смесь выглядит на стене. Даже не видно, что швы какие-то светлые. Все сливается с кирпичом, но это как такой цвет с теневой стороны. Сейчас посмотрим с другой стороны, с солнечной, где шовчики уже подсыхают. Вот у нас солнечная сторона, солнце попадает на стеночку. Эта стенка ложилась немного раньше, там была свежая кладка, а здесь уже швы высыхают и смесь начинает белеть, светлеет. Уже получается вот красота. Вот такая вот кладка. Такой дом. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, хорошего дня. А мы сейчас будем работать.